Красноярском крае. Для сравнения, заболели на 100 меньше, 330 жителей. Это вселяет некоторый оптимизм, но сюда необходимо прибавить еще статистику закрытых городов. Она не входит в официальную по краю. Так, в Железногорске 46 новых случаев COVID-19, в Зеленогорске 43. В общей сложности диагноз коронавирус подтвердился уже у 43 576 жителей региона. Умер за последние сутки 21 человек.